установил на свой новый компьютер, впервые установил Sibelius, и он выдал вот такую вот замечательную ошибку, которую я пытался решить некоторое время, и сейчас расскажу, как это чинится. Потому что информации... На Ютубе есть информация, а по интернету я не очень успешно что-либо нашел. В общем, переходим в... Нет, я тороплюсь. Компьютер. Сюда, библиотеки. Тут я путаюсь опять. Audio plugins. Components. Короче, проблема вот в этих вот, как ни странно, файлах плагинов. Давайте вам так. Их нужно отсюда куда-то скопировать. И, возможно, муторно, а возможно, не очень. Но, в общем, понять, что какой-то из них мешает включиться. В моем случае, как я выяснил, это свежеустановленный Isotope RX. Я его просто беспощадно отсюда удаляю. Вот, соответственно, его тут нету. И теперь, удалив файлы, которые мешали включению, я снова запускаю Sibelius. И он работает. Так что вот такая вот тема. Нужно очистить... Если вы не знаете, что у вас именно здесь мешает включению Sibelius или Logic, или любой другой программы, это вообще может быть проблема со многими программами, как выяснилось. Короче говоря, это какая-то вот из этих компонент файлов. Я создавал вот здесь вот копию папки, типа все просто копировал и по частям добавлял обратно, чтобы, соответственно, понять, в каком именно плагине проблема. Вот. Так что все чинится довольно быстро. Все. Всем удачи.